спорим с вами пятница. Сколько было юбилеев? И ни одно из этих событий, ни один юбилей не проходил без участия Иосифа Давыдовича. Когда меня назначили руководителем, первый, кто мне позвонил, был Иосиф Давыдович, и он сказал мне два слова. Береги коллектив. Это национальное достояние. И где бы мы ни были, в каких бы мероприятиях и концертах не участвовали, если в нем принимал участие Иосиф Давыдович, всегда приходил, всегда интересовался, как мы живем, где мы концертируем, как у нас дела. И всегда завершал наши с ним беседы. Если будет трудно, приходи, помогу. Скорбим вместе со всей страной, скорбим вместе с народом, выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям, всем нам. Величайшая утрата для хора имени Пятницкого. Вечная память этому величайшему человеку. Соболезнования от его святейшества, патриарха Московского и всей Руси, Кирилла. Супруги, детям, близким и коллегам Иосифа Давыдовича Кобзона. Уважаемая Нина Михайловна, дорогие братья и сестры, с печалью воспринял известие о кончине Иосифа Давыдовича Кобзона. Покойный был наделен многими дарованиями. Песни в его исполнении, особенно посвященные военному времени, были широко известны и любимы многими людьми. В детстве, пережив войну, он трепетно относился к подвигу тех, кто отдал свою жизнь ради победы над фашизмом. Иосиф Давыдович был подлинным патриотом России, стремившимся всеми силами служить своему Отечеству. Почивший немало потрудился на благо страны, будучи депутатом российского парламента на протяжении долгого времени. Он принимал непосредственное участие в законотворческой деятельности в области культуры, выработке стратегии и культурной политики. Обладая чутким сердцем и большим гражданским мужеством, почивший считал своим долгом содействовать тем, кто нуждается в помощи. Одним из последних свидетельств его активной жизненной позиции стала гуманитарная миссия, адресованная жителям Донецка и Луганска, страдающим от братоубийственного конфликта на Украине. Выражаю сердечные соболезнования всем родным и близким почившего. Кирилл, патриарх Московский и Всея Русь.